Наступила пора отпусков, а это значит, граждане, уезжая отдыхать, надолго покидают свои дома. Теперь они имеют право частично не платить за коммунальные услуги, а именно сделать перерасчет за вывоз мусора. В соответствии с постановлением федерального правительства, возможность перерасчета есть как у жителей, где тарифы на эту услугу рассчитываются, исходя из числа прописанных, так и домов, где для расчета учитывается площадь жилых помещений. Для пересмотра платы нужно написать заявление в управляющую компанию и предоставить подтверждающие документы, например, туристические путевки или авиабилеты. Стоит отметить, что данный порядок действует также для жителей частного сектора. Если по жилфонду есть управляющая компания, да, там, или ТСЖ, вам не, собственникам нужно туда обратиться. А если вы проживаете в ИЖС, да, там, в частном секторе, вам нужно будет обратиться уже непосредственно напрямую в Игру экологию. Они проводят начисления через Газпром Энергосбыт, то есть туда подойти, написать заявление. Перерасчет предоставляется жильцам, которые по тем или иным причинам отсутствовали более 5 календарных дней.